Исполняющего обязанности главы города встречают представители территориального общественного самоуправления. Новую точку для ярмарки выбрали, ориентируясь на пожелания местных жителей. Мясо, овощи, рыба, выпечка и бакалея – все произведено в Краснодарском крае. Что привлекает людей на ярмарку? Цена ниже. Качественная продукция, она свежая, пошла на вот от фермеров. Конечно. Вчера выработали, сегодня привезли. Губернатор четко говорит, что наша продукция должна реализовываться в кубанских товаросельхозпроизводителей. Здесь, у нас в крае. Все в соответствии с требованиями краевых властей. Входная группа и информационный стенд с установленными ценами. До сегодняшнего дня в этой части города, особенно в разгар курортного сезона, хорошую цену приходилось поискать. Перекупщиков здесь не должно быть. Потому что нам надо сделать так, чтобы цена здесь на ярмарке была ниже. От 10 до 30% ниже, чем в розничной сети. Первые покупатели появились сразу после открытия. Начиная с 8 до 10 утра посетителями ярмарки стали около 300 человек. Среди них разыграли символические призы. Друзья, мы прямо сейчас подходим к нашему барабану. Вместе с тем, в выигрыше уже почувствовали себя практически все, кто живет неподалеку. Среди них Ольга. Для того, чтобы запастись продуктами, до этого приходилось ездить на центральный или восточный рынки. Фрукты, молочную продукцию, крупы, мясо. Очень понравилось. Цены очень понравились. И замечательно. Еще бы, если бы в субботу-воскресенье было, вообще бы хорошо. Это уже 23-я по счету точка в городе-курорте, где работает ярмарка «Привоз». Пока шла торговля, волонтеры опрашивали покупателей, собирая дальнейшие пожелания. Люди говорят, в принципе, их устраивает, что происходит у нас именно в пятницу. Но люди желают, чтобы и в субботу для других, потому что все-таки это выходной день. Ну, в основном тут не хватает продукции, говорят, мяса, рыбы и овощей. Говорят, очень мало. Говорят, колбасы, говорят, это полуфабрикаты, хотелось бы больше чего-нибудь домашнего, лесного. Ну и, в принципе, цены приемлемые, некоторые говорят, даже дешевле, чем в других районах города. После того, как данные опроса обработают, станет понятно, в каком направлении дальше будет развиваться площадка. При необходимости число торговых мест можно удвоить.